Отец, нос. Это моя жена. Нос. Это мой друг. Пусть войдет. Он тоже еврей. Каменщик он. Каменщик. Пусть войдет. Каменщик.
Четыре брата было нас на свете, мы продавали сухари. Когда один из нас скончался, нас осталось три. Три брата было, мы продавали дрова. Когда один из нас скончался, нас осталось два. Двое братьев было нас на свете, мы продавали керосин. Когда один из нас скончался, нас осталось один. Один брат был я на свете, стал я торговать, чем случалось. Когда один из нас скончался, никого и не осталось. Пожертвуйте что-нибудь. Вот с таким товаром вы бы в Америке богатым человеком были. Да? Спойте еще раз. А вы подойдите еще раз. Я подам еще раз. Фабрику, это она говорит. И мы сами будем фабриканты, это она говорит. Да?
Идем, едем. Какой замечательный гражданин. Что за 4 часа в Москве? Куда надо ехать? Далеко. Может быть, вы родите нам работу здесь? Вот там мы. Да. Кто не хочет ехать, пусть остается гнить здесь на здоровье. Волк, собирайтесь скорее, мы едем. Эпштейн, ну! Ты мне, сукин сын, куда же мне теперь с этой бумагой? Кого это не так? Да вот этого. Куда же мне теперь с этой бумагой? Ну, даешь мне этих людей. Со старым спекером бери, а больше никого не дам. Так никого и не дам. Ну пойми, не могу. Товарищи, не напирайте так. Магнитогорский бригадир. Магнитогорский ребята. Кто еще из Магнитогорска? Магнитогорск. Кто это такой Магнитогорск? Магнитогорск. Ну, это... Магнитогорск? Спроси у нее. Она имеет полномочия. Что? Она имеет полномочия. Спроси у нее. Товарищ, это вы нанимали людей на рынке? Нанимала? Я. А вы, товарищ, американец? Я. Нейтан Деккер. Нос Беккер, мой сын, американский каменщик. И он тоже. Каменщик? Американский? Да, 28 лет. Вместе Нью-Йорк строили. Нью-Йорк, о! Надо их обоих, надо с нами... С нами на грузовик, угу. На работу. Знаю, Сало, знаю. Обоих. Рядом с местечком мы строим большую фабрику. Вы у нас будете специалистом, квалифицировать молодежь. Мы из вас профессора сделаем. Посмотрим. Профессор? Ну, но спроси ее. Магнитогорск. Сало. Как же это вы не знаете Магнитогорск? Я знаю. Вот они не знают. Магнитогорск это... Это Магнитогорск. Это строится. Не знаю город, не знаю, нет. Но строится. Большая постройка. Ууа!
Ну, молодец, Аруха. Прямо красота. А? Какая? Сколько людей навезла. Прямо девать некуда, честное слово. Ну вот, нет людей плохо. Привезла опять плохо. Кто сказал плохо? Хорошо, отлично, превосходно, дело идет на лад. Дело идет к чертовой матери. Das ist doch keine Arbeit, das ist doch... Когда носов не хватает, раствор подавать некому. Люди нет. Ну, Ганс, вояка, не кипятись. Людей у нас теперь туча. Откуда? А это вот у нее спроси. Из местечка привезла. Там еще много бедняков, которые не нашли себе применения. Ганс, ты сделаешь из них хороших кладчиков. А вот тебе и помощник, товарищ Джим. Хорошо? Очень хорошо. Беккер. А? А вас мы пошлем на курсы ЦИТА. Учить молодежь. Согласны? Они учатся играть для театра. Для театра. Они учатся работать так, чтобы после работы руки не болели. Работать? Да. По-моему, они так скорее научатся вертеть палками. Кирпич класть так нельзя научить. Раз, два. Этими упражнениями мы развиваем кисти рук, мышцы спины, ставим правильное дыхание. Руки, мышцы, спины. Еще, может, уксусом прикажете натереть? Каменщик должен учиться на кирпиче. Брать и класть. Брать и класть, брать и класть. И когда у него сдерется кожа на руках, и потом заживет, вот тогда он научится правильно класть кирпич. А это театр, это цирк, раз, два, раз, два, раз, два. Это что угодно, только не учение. Чего это у вас кирпичи так положены, точно для продажи, а не для работы? Товарищ, что это у вас кирпичи так высоко лежат? Это да. Для порядка, чтоб спина не болела после работы. Спина? Да. Странно. Вы что тут, каменщики или что? Так, чтоб руки не болели. Так, чтоб спина не болела. А где же работа? Да что вы? Я строил Нью-Йорк не так. На земле, на коленях. Кладчик гнет спину вдвое, втрое, четверо. Кладчик тогда выпрямляет спину, когда спина ему велит это дело. Это что же, в Америке такие порядки? Да. Ты споришь с нами носно? Ты ссоришься с нами носно? Все должно быть рабочему под рукой, товарищ Беккер. Организованно. Вот кирпич, вот инструмент, правильно. Вот раствор. Верно. И рабочий не работает, а играет, как на рояле. Пунктально.
на рояле играет. Тогда музыкантов берите. Сумасшедшие. Система, товарищ Беккер, система другая. Ведь спина-то рабочая. Тоже вещь важная. Очень важная. Система, спина. 28 лет я работал. На земле работал. Что ж, я не умею работать? Работать. О, меня пошел. Характер. Нелегко ему будет. На. Ничего. Мелька, Мелька, где моя лопатка? Я не хочу быть музыкантом. Слышишь, Мелька? Я не могу смотреть, как они берегут спину. Играть работу кричат они. Где моя лопатка? Лопатка? Куда? Да, ты же. Я им докажу, что я не музыкант. Нет. Я не хочу быть старшим, как простой каменщик, пойдет работать Нейтан Беккер. Я им докажу, кто из нас работает правильно. Говори, сегодня свежий чай. Фундаментики, социализмики, антилизмики, труда. Дай, старик, я вам прочту. Пожалуйста. Ударником социализма, энтузиастом труда, героя советских темпов, пролетарский привет. Ударник, как передовик в социалистическом соревновании миллионных масс, вносит бодрость в дело борьбы за социализм и укрепляет веру в него. О, как! Ударные бригады. Это значит, что надо хорошо работать. Что, будем подписываться? Тут старина. И ты уже стал ударником. Тоже? А тебе жалко? Что? Если б я знал, если б я только знал, что будет советская власть, я бы лет 25 тому назад сделал бы что-нибудь такое. Что такое то? А я знаю. Убил бы городового. Я бы тебе тоже был человек. И семья только знал. Ну, Чалов, ты уже записался. Чалов! 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 Если старик Беккер подпишется, это верные. Правильно. Только со стариком. Мы им покажем.
скажем, что это мы. Теперь советская власть. Теперь нет я. Мы покажем. Все. Эй, старик, заходи-ка в мост. Этот старик еле дышит. Да, этот старик тебе покажет. Да, да. Там команда. Ну, пиши, пиши, старина. Покажи, на что ты еще годишься. Вот. Вот что. Ну, подписал. Вот. Вот. Я могу. Только так. Ну, так как же стало? Подпиши за меня. Ты. Я? Да. Ну, ладно. А теперь пиши огурец. 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 Так, ну, а теперь Вольф. Вольф, ну, Вольф. Гусман, а? Который Гусман? А этот Гусман, хороший комиссик. Ну, пиши Гусман. И теперь пиши Фрэнкель. Фрэнкель, ну, это... Как? Дальше. Эпштейн. Американец. А, Бекер. Шит. Я тоже принес условия. Дайте-ка ваши обязательства. Да, да, я расписался по-американски. Нейтан Беккер. Вот это настоящее состязание. По-американски. А вот эта музыка не для меня делает. Нейтан Беккер вызывает нас всех на состязание. А? Принимаем? Принимаем. Вот так Америка, чтоб она сгорела. Принимаем. Мы принимаем. И я пошел в ЦИК и увидел, как здесь учат. Они вертят палкой в воздухе, им считают раз-два, раз-два, и все думают, что они учатся класть кирпич. Потом кирпич у них выложен на столе, словно они собрались им торговать, а не строить. Спину им жаль гнуть. Так у меня есть предложение. Выставите от себя представителя, пусть он борется против меня. Кто больше выложит кирпичей в час? Пусть он работает по-своему, бережет спину и вертит руками, а я буду работать как в Америке, и мы посмотрим, кто кого победит. Я Нейтан Беккер, американский кладчик, или ты, кто о спине заботишься, музыкант?
Вот мое предложение. Я жду ответа на мой вызов. Нейтан Беккер. Черт. Он думает, что у нас стадион, а не строительство. Какое-то к дьяволу соревнование. Это петушиный бой. Почти так. Только в Америке хозяин стравливает брюнетов с блондинами, женатых с холостыми, кто больше выработает. У нас не Америка. Отклонить. А вызов в стенгазету. Да ведь ты же сам виноват в том, что он написал этот вызов. Я? Да. Конечно, ты. А что, разве не ты его сразу потащил? Ты только сбили через понтовы. Погоди, мы еще в райкоме тебя за это дело сгодят. Вот черти, носись вы с этим Беккером. Как... А по-моему, нужно, чтобы он просто-напросто работал. Ну, ладно, обсуждать мы этот вопрос будем после. А вот сейчас что нам делать с этой штукой? По-моему, принять. Думаешь? Угу. Принять вызов, а потом повернуть дело так, чтобы вышло соревнование. А на состязании наложить ему по первое число, и он будет наш. Попробуй наложи такому. Ты раньше найди каменщика, который такого зверя перегонит. Любой цитовец перегонит. Любой? Угу. Любой, не любой. Беккер тоже не лыком шитый. Поди кирпичей 600 в час выкладывай. Да. А что, если изменить условия? Не час, а смену. Смену? Да. Вот это туда-сюда. Вот это другое дело. Ну, ладно. Я пошел. Мы это на бюро завтра обсудим. А ты, Наталья, подумай насчет цитаты, которую можешь поручить. Товарищи, американский каменщик Нейтан Беккер вызвал нас на состязание один на один. Вызов мы приняли и выставляем своего представителя из ЦИТа. Состязание продолжится одну смену, 7 часов. После каждого часа работы перерыв на 10 минут. Thank you.
Не пойду, нет, не пойду. Система кладки у американца интереснее. Thank you.
Нейка, складывайся. Кто складывает? Складывай чемоданы. Мы уезжаем. Куда? Куда? В Америку. Что ты говоришь, Нейтан? Что я говорю? Я говорю, завтра меня выгонят вон. Зачем им держать меня, когда каждый мальчишка работает лучше меня? Что же будет, Нейтан? Я же говорю, завтра мне дадут расчет. Кончено. Ну, кто был прав? Надо было нам сюда ехать, Нейтан. А знаешь, что я тебе скажу? Слава Богу. Что? Нейтан, проснись. Что ты бормочешь, дурак? Проснись сейчас. Нейтан! Нейтан! Ты совсем с ума сошел? Нейтан! Нейтан! Проснись! Сон. Плохой сон. Очень плохой. Нейтан, скажи, когда уже будет путь? Нейтан, а? Будем? А разве я знаю? Дай спать, Нейтан. Да. Они тут так все перевернули, что никто не знает, когда какой день. Когда тут суббота, разве знают? Суббота. Суббота. Суббота была...
Нейтан. Нейтан, помнишь? Да не спи же ты. Последняя суббота была на пароходе. Когда мы уезжали, Нейтан, из Нью-Йорка. Когда эти безработные дрались из-за супа. О, тогда была суббота. Нейтан, я не помню, когда уже с тех пор была суббота. А? Нейтан. А если ты будешь знать, когда суббота, что тогда? Садись, отец. Доброе утро, дети. Доброе утро. Подожди немножко. Нос? А. Ну, как ты все с нами споришь, а, Нос? Ну, как ты спал, Нос, после вчерашней драки, а? Как ты спал, Нос? Спал. Милость такая дрянь. Прямо. А ты поешь? Пою. У меня сегодня выходной. Так нечего делать. То я пою, как на постройке. Так я пришел. Пойдешь со мной в баню. Мыться. Нос, ты, кажется, сегодня встал с левой ноги, Нос. Я тебе спину натру. Ты мне? Я тебе. Я тебе так спину разотру, что ты сам начнешь петь нос. С уксусом. Скажите мне, какой сегодня день? Сегодня? Да. Выходной. Я вас спрашиваю, какой день сегодня? Да. Сегодня выходной день. Свободный выходной. Нос, у тебя сегодня такой вид. Идем, Нос.
Прямо золотой человек, Кинсин. Ты смотри, что наворотил. Что наворотил? Да, но это ему недешево досталось. Да ведь если с его кладкой работать по-цитовски, то мы сможем вдвое быстрее строить. Вы что же, не дадите мне расчет? Нет? А, товарищ Беккер. Умница! Какой к чертовой матери расчет? Вы поглядите, поглядите-ка. Красота какая! Вот это, понимаешь, это линия кривая твоей работы. А это значит кривая цитовская, понимаете? Понимать-то я не понимаю. А кривая-то некрасивая. Да. Вот это моя работа. Вот это твоя работа, дядя, понимаешь? Вот, здесь ты, значит, поднажал. Видишь, вверх пошла. Ну, а тут маленько косел. А тут опять поднажал. А вот здесь из тебя и дух вон. Понял? А это... А это американская кладка. Ваша система плюс организация ЦИТ это по меньшей мере 3000 кирпича в день на человека. 3000 каждый день? Красота! А! Ничего, дядя. Ты взгляни-ка сюда. Теперь понял, черт, для чего нужен ЦИТ? Вот тебе и театр. Значит, я буду работать. Меня не рассчитали после состязания. Мы не в Америке, товарищ Беккер. Мы не только вас не рассчитаем, мы наоборот будем учиться у вас. Но зато и вы. Извольте-ка поучиться у нас. Все время. Все время. Складывайся. Складывайся. Разве они здесь что-нибудь знают? Разве они знают, когда идет поезд? Разве они знают? Ну, тидерюдю войти, да. Мейка, мы не едем. Они меня благодарили. И ЦИТ не театр. И я работаю, и учу. И они меня учат. И мы друг у друга учимся, Мейка. Мы все учимся. Я учу, они учат. Мы друг у друга учимся. Ты с ума сошел. Ты был прав, отец Барон. Ты был прав. Нос. Едем мы или не едем? Складываться мне или раскладываться? Нейтан, что же я, зря укладывалась, а?
Я же все время говорил. Пойми, Нейка, что мы здесь, ну, как-то, мы же здесь. Здесь? Да, здесь. Мы строим, мы работаем. Работаем. Социализм. Социализм. Мы кладем кирпич. 4000 в день. О. 4000. Ну, а? Ну? Да. О, да. Ну, а? Да. Да. Но... Да. Нет, я же... О! Ну да. Ну знаешь, Нейка, уж если мы не едем, так давайте пить чай. Нейка. Сегодня ты, пожалуй, заваришь свежий чай, а, Нейтан? Да, сегодня я заварю свежий чай. Пас билет. За 28 лет вы меньше научились, чем здесь за это время. Они тут работают не так, как мы. Не только руками, но и... И вот этим тоже. Но
дереду, войти дередом, войти дередом, дереду, войти дередом, дереду, войти дередом.